Доброе майское утро. Интересные выходные не заканчиваются. В минувшую субботу весь Первоуральск погрузился в ночь музеев. А уже в грядущую субботу ИКЦ вновь приглашает нас принять участие в следующем не менее грандиозном мероприятии. Да, все верно говоришь, Настя. 27 мая в инновационном культурном центре пройдет «Библия-ночь». Чем заняться и что посетить, расскажут наши коллеги в следующем сюжете. 27 мая в инновационном культурном центре состоится «Библия-ночь». В этом году будет много новинок. Одна из новинок – это ночной автоквест для взрослых по фильму «Невероятные приключения итальянцев в России». Много семейных мастер-классов. Впервые присоединился к нам технопарк «Ванториум», который будет проводить бесплатный мастер-класс по книжным подставкам и VR-экскурсии. Книжная тема будет представлена, у нас будут творческие встречи. Одна из творческих встреч пройдет в инновационном культурном центре с писательницей Светланой Кинер. Также мастер-классы будут направлены в книжную тематику. Это тематический мастер-класс «Книжный брелок». Дети будут изготавливать. Также мы будем заниматься квиллингом. Также у нас пройдет 3 онлайн-мероприятия. Одним из них мы проведем онлайн-вебинар для начинающих писателей. И спикером у нас будет писатель из Казахстана. Также мы выпускаем интерактивную страницу. В 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И также большинство писателей были как раз педагогами. Мы готовим такую интерактивную страницу.